приветствую на моем канале. Сегодня мы с вами готовим синнабоны, нежнейшие булочки с корицей. Готовится оно очень просто, легко. Теплое молоко 35 градусов, добавляем сухие дрожжи, сахар 1 чайную ложку с горкой, все перемешиваем и даем постоять 10-15 минут. Прошло 10 минут, вот такая появилась дрожжевая шапочка. Добавляю половину просеянной муки, яйцо, ванильный сахар, можно заменить на ванилин. Отправляю оставшуюся муку, размягченное сливочное масло комнатной температуры, вмесили всю муку, продолжим месить на столе, стол присыпать мукой не нужно, месим на столе в течение 7 минут. В течение 7 минут я тесто месила. Смазываю тесто растительным маслом, отправляю в миску. Накрываю пленкой и отправляю в теплое место. Очень хорошо тесто подходит в микроволновке. Ставлю в микроволновку, естественно, ее включать не нужно. Закрываю дверку и оставляю тесто подходить. Прошло 50 минут, вот так хорошо тесто поднялось. На замес теста у нас ушло 230 грамм муки. Для присыпки стола нам достаточно 1 чайной ложки. Раскатали тесто в пласт вот такой толщины. Сахара 70 грамм. Добавляем молотую корицу 1 столовую ложку, приблизительно 8 грамм. 30 грамм сливочного масла размягченного комнатной температуры. Хорошо промазали тесто сливочным маслом. Свернем в рулет. Разделю на 7 ровных частей. Форму смазываю дно и стенки размягченным сливочным маслом. Накрываем пленкой и ставим в теплое место. Я поставлю в микроволновку. Естественно, ее включать не буду, только закрою дверку. Прошло 40 минут, отправляю в разогретую духовку до 190 градусов на средний уровень на 25 минут. Подготовим крем. Здесь у меня 100 грамм сыра творожного сливочного. Я использую вот такой сыр. Добавляем 70 грамм сахарной пудры и все хорошо взбиваем. Взбили вот до такого однородного состояния. Добавляем понемногу молоко, где-то приблизительно 4 столовые ложки. В самом начале я добавлю 2 столовые ложки и потом понемножку буду еще добавлять. Вот такой густоты получился крем. Вот сейчас молока можно добавить 1 или 2 столовые ложки. В зависимости, какой густоты вы хотите, чтобы у вас получился крем. Я добавлю еще 2 столовые ложки. Ну вот, хорошо взбила. Вот такой густоты у меня получился крем.
Булочки готовились 25 минут. Сразу же горячие булочки поливаем кремом. Даем булочкам постоять минут 10 и можно звать всех к столу. Булочки очень вкусные в горячем виде. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарий. Мне очень будет приятно. Всем пока-пока!